Что ж, ребят, всем привет, с вами снова я, Артём. И, в общем-то, в этом подкасте я с вами, в общем-то, хочу поговорить о том, собственно говоря, да, о моем непосредственно что возвращении на канал. В общем-то, да, я, естественно, к вам возвращаюсь, естественно, я канал, в общем-то, в принципе, удалять не буду, как я, в общем-то, некоторых тут своих, так сказать, друзей пугал, тех, которые я, в принципе, да, знаю, естественно, вот вместе с каналом, в общем-то, да. Но единственное, что я хочу вам сказать, это то, что по поводу прохождения Ninja Gaiden Sigma 2, который у нас, да, соответственно, да, no hit, я его, наверное, на какое-то время именно приостановлю. И мы будем, наверное, я вот, кстати, не знаю по поводу того, что будет ли это вам интересно или нет, но я хочу пройти Ninja Gaiden Black. То есть это оригинальный, соответственно, да, первый NG, который, соответственно, да, он по идее, он раньше, да, чем Sigma, получается, да, выходил, соответственно, да, первое. А он, если что, да, теперь, если кто, да, не знает, теперь он доступен на Xbox 360, соответственно, да, я его сегодня себе взял его. И у меня к вам, короче, такой вопрос. Как вы хотите вообще делать это прохождение? То есть мы можем, что сделать? Мы можем пройти его на норме на стримах. А после этого, соответственно, да, я пройду, соответственно, Hard, Very Hard, соответственно, да, для себя. И после этого я буду проходить его на мастер ниндзя, естественно, вслепую. То есть, как бы, соответственно, да, прохождение на мастере, естественно, у нас будет. Мне кажется, это будет довольно интересно, потому что все-таки NG Black это такая самая, так сказать, насколько я знаю, там наибольшее количество всяких там рюшечек, всяких там приколюшечек было добавлено по сравнению с NG обычным, то есть, который по сути, просто, да, ниже Гейден. Вот, соответственно, да, многие из этих приколюшек, в принципе, были в Сигме урезаны, и как-то из-за этого очень сильно мне лично обидно. По поводу того, да, если вы захотите именно стримы, то есть, соответственно, да, в таком формате его точно проходить, я думаю, что логичнее всего будет, скорее всего, именно из стримов нам пока что приостановить слегка Bloodborne, потому что все-таки Bloodborne, как бы мы его очень-очень много раз проходили. Потому что этот самый Dark, Дочери Пепла, как бы я его прохожу, если да, если кто не знает, то с этой, с русской озвучкой, ну, в смысле, с этими, с русским, с русской локализацией, да, и, в общем-то, такие вот дела, то есть, либо, в общем-то, такой вопрос, либо вы хотите, чтобы мы прошли NG Black на норме, соответственно, да, на стримах после этого прохождения на мастере, либо я его сам, соответственно, да, для себя пройду на норме, потом, соответственно, на харде, потом на very харде, естественно, тоже, да, опять же, для себя, и потом его, опять же, в общем-то, пройду именно на запись, на канал на мастере. То есть, в общем-то, именно такой вот вопрос стоит. Мне кажется, что вот очень будет интересен вариант прохождения все-таки именно на норме, то есть, как бы увидеть, в общем-то, да, потому что я, насколько знаю, там наиболее, как бы, умный этот такой искусственный интеллект именно в Блэке. Плюс ко всему, там некоторое оружие, насколько я знаю, да, не добавили. Ну, в смысле, как их добавили в Сигме, но в Блэке, как бы, их еще пока не сделали, типа того. Поэтому будет, в общем-то, довольно интересно. Я, в общем-то, да, вот прошел, так сказать, именно в Блэке только первую главу, если что, сейчас, на данный момент. И, в общем-то, вот захотелось, в общем-то, записать подкастик. В общем-то, да, я как раз-таки говорил, что я вот где-то в числах от 10 до 15 все-таки к вам вернусь. Вот, поэтому, в общем-то, да, я к вам возвращаюсь, естественно, да, дайте мне, в общем-то, следующую недельку, чтобы я так это подготовил более-менее прохождение, соответственно, да, чтобы их можно было смотреть, и где-то вот с недельки, я так, 20-го, в общем-то, да, то есть это, соответственно, с предпоследней недели декабря, мы с вами, в общем-то, начнем, соответственно, будут у нас видео, я надеюсь, в общем-то, в обычном нашем формате, в общем-то, выходить. А если что, да, 18-го, 19-го, возможно, в какой-то из этих дней у нас будет стрим именно по NG Black'у, скорее всего, да, то есть если вы, соответственно, да, захотите такой именно расклад, так сказать, событий, а может даже и два дня его постримим, в общем-то, не знаю. В общем, ребят, я, если честно, очень сильно рад. Очень, ребят, естественно, всем спасибо, то, что кто меня поддерживал. Естественно, очень это было все приятно. Отдельное, в общем-то, да, естественно, большущее спасибо всем тем людям, которые, в общем-то, были у нас на последнем, на моем разговорном стриме. И, в общем-то, все-таки, да, я к вам возвращаюсь. Естественно, канал у нас никуда не уходит. У нас, в общем-то, да, как я уже сказал, замораживается только единственное, что замораживается прохождение Ninja Gaiden Sigma 2. Потому что все-таки Black, как бы, это по сути, да, это первый NG. Я, как бы, думаю, что будет интереснее именно посмотреть что-то, ну, как сказать, более-менее новое.
чем как бы смотреть Сигму, которая такая довольно простая. Ну, там, по сути, сам по себе челлендж вот этот, он довольно непростой, поэтому как-то сейчас именно особо сложные челленджи какие-то именно сам себе устраивать, это так себе. А плюс также, да, по поводу еще вора, в общем-то, я его, в общем-то, сейчас именно пытаюсь записать на той сложности, которая 1300 очков. И, скорее всего, он будет с небольшим таким, тоже, в общем-то, условием, с таким с небольшим челленджем все-таки, потому что, как бы, стелс играет все-таки вам не экшен, там как-то вообще особо сильно так это хорошо, так сказать, реагировать не надо. Вот, но надеюсь, что это условие вам все-таки понравится. Я все-таки, да, думаю, что расскажу вам об этом условии непосредственно, в общем-то, в начале того своего прохождения вот этого вора. А так что, ребят, всем... На этом спасибо, то, что все-таки остаетесь со мной. Всем на этом удачи и всем на этом до свидания. В общем-то, да, пишите по поводу, в общем-то, НГ, как бы вы хотели все это дело видеть. И, в общем-то, всем, ребят, на этом пока.